Всем привет, меня зовут Яков, я технический специалист Евроавто, и сегодня я снова веду репортаж с СТО Парнас, и снова продолжаем рубрику «Жесть на СТО». Обратился владелец автомобиля Nissan Премьера с жалобой на низкую эффективность отопления. Извлекли радиатор из отопителя, и, вопреки ожиданиям, он очень даже прозрачный и хорошо продуваемый. Это снаружи. А что же внутри? И вот когда мы его вскрыли, глазам нашим предстала весьма грустная картина. Как же такое произошло? Со слов владельца, за 7 лет эксплуатации он сам лично ни разу не менял в машине антифриз. А делал ли это кто-то до него, информации такой нету. На вопрос, как же так, у вас даже расширительный бачок непрозрачный? Ответ был простой и, к сожалению, очень даже распространенный. Агрегат работает, не беспокоит, зачем его трогать?